если ты упрешься только в идею импрессионизма, особенно, скажем, вот если не брать все подряд темы импрессионизма, а только водные темы, где вода, деревца, домичек. То есть вот если ты вот так вот упрешься, то за 10 сеансов ты будешь знать тему от и до. Другое дело, что тебе еще придется немножко ее шлифовать, техническое совершенство. Но ты будешь знать эту тему, знать ее проблемы и знать ее преимущества. То есть ты сможешь производить продукт, близкий к профессиональному, а иногда даже в случае удачи, может быть, и вполне профессиональным. Вот. Но если ты упрешься только в одну. Потому что если ты будешь весь спектр, глаза разбегутся, ты забудешь, как делалась та задача, сколько краски брать в той задаче и так далее. То есть широкий кругозор сразу взять невозможно. Поэтому постарайся, если хочешь, вот, результативно. Потому что тогда ты через 10 сеансов просто спокойно производишь продукт и продаешь. Но я называю это скучным словом продукт, а эмоционально это может быть и картина, и самая нежнейшая вещь. Но продукт в смысле того, что это может быть кем-то востребовано. И востребовано по очень приличным деньгам. Живопись, слава богу, в России стоит денег. И востребовано. И пока еще востребовано, да. Понятно. Вот, поэтому подумай, может быть, еще есть места. Поэтому подумай, может быть, выбрать ту тему, которая тебя все-таки волнует, а не ту, которая, где много сложностей, а именно ту, которая волнует. Ну, скажем, в морской пейзаж упереться и научиться его решать. Ну, как вот одна из них, это морской пейзаж, который, если ты 10 раз чисто технически подобные задачи порешаешь, вот то ты будешь знать. Не по сердцу, но чисто технически. То ты будешь знать. Да, я понял. Тогда я выбираю то, что по сердцу. Давай. Да, выбираю то, что...